Саперы наготове. Ребят, привет всем. Стой! Жек Херсон, Жек Инквизишн. Сегодня не будет нервных криков и воплей, истерик. Не, а чего там была истерика? У нас Слава как зарубился на стриме с этим, с Саней. Как начали истерить с Саней Малинкиным. Малинкин там отстаивает свою точку зрения, Саня ему свою. И вот это всю игру. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Такой тоненький голос Сани, но он же молодой. Славен. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А меня еще и немцы щемят. Я думал, я с ума сойду. Ну потом, как бы они там утихомирились, когда мы начали с ним смеяться уже. Так, что у нас за карта? Подступы к Москве. Выдвигаемся на захват. Ну ладно. Окей. Пулемет ждет приказа. Я знаю, сюда надо по-любому сажать. Ну и кто-то написал, ну уже почитаем. Мы это сделали. После игры. Мы идем. Тут можно перепрыгнуть, а можно оббежать. Пофиг. У саперов есть приказ о захвате. Пулеметчики к битве готовы. Сюда. Вперед. Пулемет. Отряд, выступаем. А второй сюда. Сейчас я на бензине буду рубиться с этими. Вам... Ведем захват. С ним чурой. Давайте хоть один отряд новобранцев. Пацаны их бомжами саперы обзывают. Мы это сделаем. Это довольно-таки эффективная и нужная единица. Пулемет готов. Боевая. Превратимся в мы атакуем. Мы под обстрелом. А ну тормози. Как-то он у тебя криво стал. Да, есть. Блин. Новобранцы прибыли. Здесь нет трусов. Домашняя. Захватите ну, нас всех. Добра. За Сталина. Да, товарищ. Захватываем цель. Без толку. О, тогда там не повоюешь. Жек, ну скажи сильно... Пулемет готов. Сильно отряд. Крутые мы эти лопатники. Территорию. Так и есть. Как для единицы. Ну, они дешевые тоже, так. Да. Ну, 320, да и обанкротишься, только их только пополнять, ну, если. Да, да. Согласен. Саперы так, наготове. Оставим первую мину подарок это для немчуры. Пулемет готов. Эх, мне бы в циркулушечку запрыгнуть. Пойду гляну. Да, пожалуйста. Она свободна. Да, серьезно? Чё ж ты молчишь? Противотанковые мины поставлены. Нужны пулеметчики, чтобы захватить этот сектор. Идём в церковь. Смелее, товарищи! Идём, Кабелина. Орудиями расчёт наготов. Уничтожим их. А в два раза мина вставит. Они нас видят! Мы в пути. Это хорошая позиция для пулемёта. Идём. Опа. Захватим её, товарищ. О, как кружили меня. Серьезно? Теперь новобранцы могут атаковать танки противотанковыми гранатами. Мы отберем это у них. Саперы, поставить противотанковые... Да в вас никто не стреляет, вставайте давайте. Есть приказы? Вот гады, не стоят и ремонтируют, прикинь. Обратно, на базу! Ну, садитесь. Я надеюсь, там у них расходуются хоть что-то. Вряд ли. Мы занесем пулемет внутрь. Ладно. Ты там держись только. Сейчас приеду. Уж не знаю, не знаю. Держись, держись. Могу ли я? Пулемет готов к бою. Ух ты, ё. Ничего себе там. Ты видел движуха какая? Угу. А я еду, еду, еду. А, вот оно чё, Михалыч. Немедленно на базу. Чё, я так разбираю эту машину, сейчас скажу. Уходи, 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 Жек. Блин, 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 блин. Пиздец, машинки. Раз, два, три, лови. Да. Ну, сейчас миномет заберут, надо уходить и мне. Ведем захват.
Мы это сделали. Какой толпой пошли. Ладно, я пока воспользуюсь моментом. Вот твари обрезают, я так и знал. А еще и грины идут за мной. Прямо. Линии снабжения перерезаны. Давай, давай. Перерезали мне линии снабжения, представляешь? Пора работать, товарищ. Плохо. Да, хорошая мало. Так, очень-очень плохо. Еще и... Взорвай. Новобранцы на месте! Вперед, нас потеряли бою! Вам нужно что-нибудь? Отряд, мы вперед атакуем! Сапёры. Отряд, двигаемся, смотрим в оба. Мины установлены. Теперь подождем. Сапёры наготове. Так, а как же теперь мне это тут... наш сектор. Верно. На нычечку подобраться, взорвать им базу, было бы вообще чётенько, согласись. Ну это довольно тяжело, тяжело будет. А, на мины подорвались. Так не надо вам. Да. Ну это хорошо. Давай, давай. Не хватает боеприпасов, вот это да. Неожиданно. Не оставим врагу и пяди советской земли! Ведем захват! Да хорош! Сапер убит! Саперы готовы! А, вот где у них еще одна база. Че ты светишься-то, да? Ну ладно, уже я ушел. Стрелки готовы! Фашисты хотят наступить! Наполняйте и укладывайте эти мешки! Я? Туплю. Столько ресурсов, мама не горит. Еще один пулемет сейчас сделаем. Пусть попробуют дойти. Мы захватили пункт. Сейчас пополнится, начнут выжимать. Пулемет готов. Блин. Слушай, на секунду, как ну ладно. Допустим. Минометчики ждут приказ. Не, не выдержу. Зря они сейчас у меня постреляют. Как они так точно? Что у тебя там? Да с этой артиллерии прям в голову прилетает, представляешь? Она очень точно так-то. Разрути как точно. Прям очень точно я буду сказать, сука. Так. Все, я в бабу ушел. А игра? Это старая шутка уже. Пойду и вот тут. Но она все равно работает. Да, да. Давай. Давай, давай. Опа. Джек, ты видел, кто идет? Ой, ёт. Мы меняем позицию. Так, это уходим. Мы уходим. Это давно надо было сделать. Не делать, не я, конечно, поломаю его. Не, еще. Не, можно еще. Пехотинцы положили жизни на алтарь победы. Разрушим. Давай, кидайте, кидайте. Сейчас мы уже затянем. Прикинь, прижали. Уходим, товарищи! Пулемет готов к бою. Отступаем! Твари. Благодаря мощи советской промышленности мы сможем быстро создавать технику и строить здания. Давайте вот сюда мы уже попадем сейчас, он как раз туда едет. Да нет. Ждем вашей команды. Вам нужно что-то построить. Мы поимели ту команду. Мы его построим. Пулемет готов. Нифига. Да ё-моё, чё ж это такое-то? Их не эта артиллерия просто убивает. Я тебе говорю, я тебе говорю, что... Есть приказы? Она меня прямо вот здесь даже стреляет, хоть она стоит и тут, блин. Зараза. Всех разобрал. Опять идут грины эти вонючие. Мы на прицеле врага! Бог, слышь. Здесь нет трусов.
Ладно, скоро еще пантеры будут. Полезно. Да ну что вы стартуете сразу, секунды? Готовы. Орудие в пути. Да, товарищ. Так, мне сейчас главное выйти быстренько в 3-4 по-быстрому. Сейчас бензина капнет. Подкрепление. Это у навести. И будем решать вопрос. Вперед! Откуда же они валят-то? Меняем позицию. Проверьте снаряжение, выдвигаемся. Прямо с базы гасят. Вперед, марш! Ну да. Новобранцы атакованы! Поджарим их! Что вам? Вражеские силы пытаются захватить наш район. Кстати, они с моей стороны турельку поставили. У тебя, наверное, так же будет стоять. Да. Тебе, короче, включайся. Ну давай, сюда. Зачем я поставил этот? Мы на прицеле у врага! Да хорош! Джек, ты куда? Джек, ты куда? Надо продавливать. Хорош, забирай вот то говно ихнее, пожалуйста. И не получится, нужен противотанк какой-то. Противотанк? Да. Ты там гринул в 2 отряда, ты говоришь, не получится. Здание, чтобы вынести. А, здание, чтобы вынести, вон, я уже отправил. Ой-ой-ой. Лопаты. И главное, гринов попали мне. А немцев-то сейчас и не подавишь нормально. Вообще плохо. Сбегаются. Да стрельни нормально, ты ё-моё. Вообще как-то разбирать жестко. Да, жестковато, согласен. Ух, идут ко мне, такой толпой. Эх, муха. Пушку забрали от ближних людей. Лучше смерть, чем отступление. Серьезно, прям в лицо прилетает, как они так точно гасят. Пойдете на пополнение. Да, товарищ, вытащите отсюда пулемет. Еще и не тем отступил. Ну, отступаем! Ладно. Да, товарищ, мы возвращаемся. Пополняху что ли сделать? Нашим войскам приписан бронетранспортер. Жек, я что-то не понял, мы это самое. Что? Надоело. Катюша полетела туда, куда я думаю. О, да. Сюда. Красава. Красава.
Пора в поход, товарищи! Машина меняет позицию! Зачем я эти опции поставил, бляха? Новые солдаты прибыли! Ой-ой-ой-ой-ой! Что там? Понял. Не успел, отступаю. Отступай же. Достроили, да, ее все-таки? Блин. Их не убили солдаты. Слишком тяжко с ним. Серьезно? Привет, привет, такой. Там откуда это? Есть еще. Иди. Мне срочно нужен расчет к орудию. Вот это заруба на этом перешейке. Быстрее! Да ладно. Машинка, подъезжай, сука! Ну, в хорошем смысле этого слова, сука, как жена кобеля. Что так с боеприпасами? А у нас их попросту нету. Граната. Да. Просто. Зададим немцам жару. Да, товарищ. Вам нужны саперы? Да. Вот это я по этой самой поличке проседаю. ПТУ на ведь, выступаем. Мы достигнем цели. Они что-то жирное ждут, да, Женю? Пантеры поупускают. Ох, оберы. С этими автоматами с ними видно. Оберы дряни еще те. Товарищи, нельзя здесь оставаться! Бегом, Марк! Мерзавчики ждут, мы атакуем! Так, турельку я у них вынес. Ну тоже, ладно. Серьезно? Хотел стрелять сюда. Да, я бы добрал. Да ем, ты че ж она такая косая? Освобождаем этот, надо идти! Хорош же, хорош. Эта земля принадлежит народу! Заберу это говно нам. Орудие наготове. Они к тебе пришли. Я осторожно. Разворачиваю. Оберы. Два отряда и еще парочка. Еще больше наших войск потеряно. Нормально. Суки не дали, да? Надо было прикрывать 34. Что-то едет, чешу. Да. Что, пантера? Ну да. Есть там Катюши дать по этим гадам? Перезарядка. Я понял, долго, не? Ой-ой-ой. 20 сек. Я понял. Долго. Быстрее, пулеметик. Пулемет готов. Пути. Они пошли в твою сторону. Понял. Езжай. Выманю на эту самую, на пушку. Проверьте снаряжение, выдвигаем. Ужас, это как?
Да, согласен, хороший бой. Из нас не навалило. Ждем команду. Пейтертия. Начинаем работу. Вам нужно что-то взорвать? Построено согласно приказу. Удиви врага! Поставьте тут... Саперы за мной! Саперы, приднись! Мы влипли! Саперы отходят! Тяжелый танк «Климент Ворошилов-2» ждет приказа. За что его только вот? За 30! Наша земля попала в лапы к врагу. Не, пусть валят. Да-да-да, пусть валят. Еще огонька подкинув. А, что сделал, в точку решили прийтись. Враг занял наш сектор снабжения. Так, 400. ХЗ, может КВшку? Или уже ждать тогда? Пулемет готов. У тебя сколько? А у меня что-то не пулемет. Где мои работяги? Враг вторгся на нашу территорию. Набирают звезду. Он тебя гранатами сейчас кидает здесь-то. Там ему сюрприз вроде был, не? Одна мина? Наши ресурсы попали к врагу. Дрянь. Все, прощай, пулемет. Мой пулемет прощай. Да. Вот зачем? Мы потеряли пулеметный расчет. Да, вы потеряли пулеметный расчет. Давайте быстрее, ну 630, что так 50. Да, вот это плохо. Мы несем потери в технике. Да. Давай быстрее, 630. Бежать. ПТО на месте. Наконец-то. Сектор снабжения. Все, КВшка. 300 очков отделяют нас от поражения. Ой-ой-ой, Жек, ты видишь, какой там толпой ходит? Не там. Держим там. Бежать быстрее, спасай. О, я хоть еще Катюшу стрелять умею. Хорошо, хорошо, Женек. Давай на Пантеру быстренько движухой навалимся. Так, почти делаем. Ну давай, стреляй, Сушка, ты че? Ох, обожаю их небак. Косая. Тварь, назад, назад. Катюша, убираю, убираю. Где всё. Он? Он застрял в мою Катюшу. Давай, давай. Ого, вот это плавненько получилось. У нас бензин забрали? Да, да, я занимаюсь. Ты поосторожно с КВшкой. Понятно. Ой, это лён, сколько их там? Давай, КВ, давай! Стреляй! Серьезно?
Отъезжай. Серьезно, два раза сток сена, блядь. Отъезжай, блядь. Отъезжаю. Не, броня вообще что-то какая-то картонная. Сток сена, ты попал в сток сена. Да еще и взорвался. Эпическая сила. А хорош, Катюша, хорош. Вот это ты в этой игре нашмаляешь, Женек. Угу. Ну, то, что одна Катюша, а у меня их две. Раз. Я шоп не висит. Я опять не висит. Опять они пошли туда. Вот твари, и ничего себе такой толпой, мама не горю. Сейчас. Наш пулемет. Куда ты разворачиваешь? Вражеские войска захватывают наши ресурсы. Сейчас грены пойдут отсюда. Пулемет готов. Вперед! Жек, это не КВН, дрянь. Ой, КТ, отъезжайте. КВ. Да пошел он. Да нам хоть что-то надо. Тяжелую технику одну. Ой-ой-ой, Пантера, Пантера, Пантера. Полегли. Вот это полегли. ПТО на месте. Готовы. Нет проблем. Туда, водитель. Ждем команду. Сектор снабжения атакован. Жесть. У нас появились свежие новобранцы. Поражение идут. Ну, поджигай, они сейчас машинку сейчас уничтожат. Ай-яй-яй. У нас осталось 200 очков. И КТ их прикрывает. Пехотинцы положили жизни на алтарь победы. Да ты куда, сука? Господи. Не нервируй. Даже ну, типа того. Я сделал так, чтобы не было пофиг. Ну, уважаемый такой у нас. Да. Ты не сливайся, не сливайся. Товарищи, нужно занять одну. А, сейчас ко мне один отряд снял. Да ей трион, господи, сколько как можно. Вот это жопа. Ситуация-то патовая. Захватываем цель.
Ладно. Да? Еще попробую там по звезде поражать, конечно. Катюша, ты долго, сука. Я ненавижу Катюшу, как за. Да, она, блин, времена. Меня просто бесит. Так, пустую стрельну. Ты меня не любишь. Вперед, так чтобы пятки зазвернули. Дрянь КТшная вон. Нифига, нифига, нифига. Сейчас уедет. Как ложь. Не понял то, что я здесь не рада. Да. Уехал. Но. Дрянь. 170. Так, нет, срочно. Ой-ой-ой, видел на базу, кто поехал? Угу. Тварь пантерная. Без страха и сомнения, значит, да? Их две. У меня пантера. Одна команда, другая такая. Вот, хорошо, значит. Да едь! Так, захватывай то, что принадлежит нам. Враг отрезал сектор. Враг хочет уничтожить сооружение. Только не КТ. Жесть. Выстрочили. Я не знаю, что делать. Дерись, дерись, еще раз дерись. Как это все? Начал увлекаться техникой. Сушка есть? Сушка, да, да, аж две. Новобранцы на месте. Давай погоним, накрутим, 3-4 есть. Ты шо, ты шо? Угу, выехали, Катюша охотится. Две минуты. Нормально, да. Вражеские силы просто пытаются захватить наш район. Пути! Все наладится. Звездно, слушай, не пробило. Да я, да как так КТ, а? КТ похер, блядь, ты видишь? Да мне КТ. То, что я похер, я уже понял. То, как она выносит. Все остальное меня это бесит. Вафля. Ихня. Гонзать за вафли, я могу разменять на 3-4, там КТ пока жопой начнет крутить. Кстати, ты сможешь его подловить.
взять эту точку. КТ поехал. А вход, видимо, как-то так решил. Ты отъезжай уже, отъезжай, пофиг. Точку хоть сохрани. Сейчас, кажется, сейчас я еще чуть-чуть. Он только развернулся на меня. Ну, пантеры нет. Тараки. Все. Мы в дозоре. Все. Все потеряно, как я понял. Пехота у тебя вообще нету, да? Кого? Людских ресурсов у тебя вообще нету? Еле капает с этой бабой. Надо было кого терять. Выступаем. А они, собственно, даже никакие. Так что. Да ни хера себе никакие, Жека, они же за секунду отряд убирают у меня. Нет, сами никакие, у них звезд даже нету. Звезд. Ага. Без звезд зачем проиграть? Да, тише, касса, заржал, а. Чё ж ты так косишь? В урон тут не дают никого. Ладно, уйти. Должны выйти, не должны. Теряешь. Рать ее уж терять. Да ну а что ты видишь, что тут творится? Я слышу, что ты что-то про себя там бормочешь. Да потому что пиздец какой-то. Мне просто они выносят. Я не могу сосредоточиться. Ну уж мне не выносят. Давай, давай. Ой, Женек. Там издевайтесь, опять в бук прошли. О, пиздец. О-ля-ля, мама мия. Ты забей. Я как минимум три тебя сейчас вынести. И не пробивает заранее. Брошен. Пантеры едут. Да, пантеры, конечно, едут. Это что, надо добить их говно. Вы показываете слабость. У нас 75 очков. Я сушку потерял. Враг уничтожил одну из наших машин. Садись стрелять. Зачем в дальнюю? Надо было в двухзвездочную угодить. Вот это только что, сушка, да. Вот это только что был заезд. Всего 50 очков отделяют нас от поражения. Жесть. Жек, ну как тебе? Чё? КТ 40... шли? Да, это классно. Чем воевать, только не знаю, у меня пушка и чего? У меня ресурсы не капают.
Мне терять нельзя, а я сливаю, как мама не горюй. Наш штаб под вражеским огнем. Опять эти гады саперы построили. Проиграли же. Ну, ладно. Так, ГГ. Хорошая игра. Хороший проигрыш. Я, ну, моя вина, я думаю. Чуть не надо было сливать. Вроде так нормально держались, держались. Потом расслабился, начал сливать то все. Да. А, ну ты. Жесть. Саперы на готовь. Захватываем вражеский район. Отряд, надо занять тот район. Все. Но революция все равно восторжествует. Революция все равно восторжествует. Вообще беззвездочным проиграли. Да, 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 да. Ничего, мы с ними еще встретимся.